Боже мой, где букет цветов Бульбу? О, нет! Так, это очень крутой гаджет от пришельца. Волшебная ручка. Дети, пожалуйста, отнесите этот букет миссис Панду. Да! Спасибо за помощь! Давай доставим его миссис Панду! Сегодня волшебная ручка очень поможет Вульфу! Вульфу так талантливо рисует! Нажми на кнопку, чтобы удалить этот мост, а затем нарисуй мост помощнее. Интересно, что креативного придумает Вульфу? Я ненадолго отлучусь. Скоро вернусь. Спасибо, дети. Да! Это мое сокровище. Эй! О нет! Большая неприятность! Стоп! Что это было? Дети! Мы просто хотели, чтобы малышка не плакала. Помогать другим хорошо, но нужно действовать так, как приемлемо в данной ситуации. Почему мы чихаем? Так, Вульфу и друзья на каникулах. Чихать так проблемно. Да. С днем рождения, мама. Дорогая! О нет, Панду случайно затушил свечу мамы. О, нет! Пиги, кажется, у тебя простуда. Нужно обратиться к врачу. Из-за того, что Пиги чихал, ему пришлось пойти к врачу. Здравствуйте, миссис Вульфу. Здравствуй. Это тебе. Прости, у меня аллергия на пыльцу. Посмотрим, что же будет дальше. Oh!
Дети, вы не так все поняли. Ой, почему? Чихание – это защитный механизм нашего тела, чтобы избавиться от всего постороннего. Поэтому чихание защищает нас с вами. Значит, так. О, нет! Чтобы не было проблем, когда вы чихаете, делайте так. Ага. Вы запомнили? Да-да. Хорошие манеры на горке. Хватит, ребят! Нужно ждать очередь. Прости! О нет, панда испачкал горку. Перед тем, как залезть на горку, нужно снять обувь. Иначе она станет грязной. Вы видели реакцию Буфо? Это правильно или неправильно? Зачем ты бросил жвачку на горку? Это всего лишь кусок жвачки. Что такого? Боже, Буфа даже не признает свою вину. Посмотрим, что сделают Кэт и Вульфу, чтобы Буфа понял свою вину. О, нет! Вот видишь, если на горке будет жвачка, как мы будем там играть? Прости, я понял. Нужно цивилизованно себя вести, когда играете на горке. О, нет! Стоять! Богатое путешествие и бедное путешествие. Что же интересного случится с семьей Вульфу в путешествии? Давайте узнаем вместе. Смотрите! Помогите, пожалуйста! Хм.
У вас, наверное, солнечный удар. Не переживайте. Скорая уже едет сюда. Спасибо. Ой, мама забыла закрыть машину. Вор воспользовался этой возможностью. Смотрите. Стоять! 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 О, нет! К счастью, появился полицейский. Он остановил вора. Как круто! О, нет! Дорогая! Боже, это путешествие такое нестабильное! Вульфу! Вы тоже здесь остановились? Нет, у нас украли кошелек! Мы не можем здесь остановиться! Пока! Итак, семье Вульфу пришлось и временно остановиться в бедном отеле! Мама! Ой, еда, которую приготовила мама, тоже испортилась. О, нет. Может, пообедаем вместе? Да! Спасибо. Я обыскал вора и нашел это. Спасибо, шеф. Спасибо! Пожалуйста, всегда заботьтесь и помогайте окружающим, друзья. Пропавшая сирена. Благодаря этой сирене я знаю каждый твой шаг. Эта сирена меня сдала! Но несмотря на это, сирены помогают в экстренных ситуациях. Как полицейские сирены могут усилить свою эффективность? Посмотрим. Что задумал вор Вульфу? О, нет! Поймаем этого вора! Потеряли свою сирену, и другие машины не знают, что нужно уступить дорогу полицейской машине. Включай сирену! За мной? А вы понимаете, для чего нужны полицейские сирены? А?
Мы не сможем его догнать. Вау! Люси такая сообразительная! Полицейская сирена предупреждает о чрезвычайной ситуации. Ну-ка, с дороги! Я преследую вора! Держи! Ой, почему овечка такая странная сегодня? Запирай дверь, когда один дома. Я должен уйти. Не забудьте закрыться. Так нужно для безопасности. Да! Пока! О, нет! Дверь не закрыта! Смотрите, злобный волк пробрался на ферму Пигги. О нет, злой волк переоделся в овечку. Тихо! Идем, идем! Дети? Я ищу волка, но потерял след. Пожалуйста, закрывайтесь, чтобы не попасть в беду. Да! Вульфу, покорми овец, а я проверю, сколько шерсти. Держи. Боже, Вульфу, опасность рядом. Вульфу, Вульфу, шерсть пропала. За мной. Мы в опасности. Нужно сейчас же рассказать об этом взрослым. Помогите! Их план будет удачным? О, нет! Стоять! Круто! Ребята, всегда закрывайте дверь, когда вы одни дома. Прости, мы не можем пойти в кино с Вульфу. Мама, папа, вы вернетесь вовремя и посмотрим кино со всеми? Наш рейс отменили. Мы постараемся вернуться как можно скорее. Вульфу сможет посмотреть кино с родителями? Не расстраивайся, Вульфу. Ты можешь сесть рядом с нами. Спасибо. Держи. Должно быть, Вульфу так грустно.
нам. Вульфу! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, мы еще успеем приехать в кино? Фильм закончился. Вульф угрустил весь день. Ну что же придумал папа? Хорошо. Вау! Прости, Вульфу. Ты прождал нас так долго. К счастью, мы все еще можем посмотреть кино вместе. Вот видите, с семьей все дела веселее, да? Вау! Дети хотят устроить ночевку? Ночевка только для девочек. Вульфу тоже хочет присоединиться. Только не говорите Вульфу! Что ты задумала? Почему Люси не хочет рассказывать о ночевке? Девочки, откройте дверь! Я принес вам печенье! Ни за что! Вульфу не сдается. Вульфу там. Вульфу пришлось думать иначе. Я сделаю свою ночевку. Вульфу так расстроен. Давайте устроим бой подушками. Если я не могу поучаствовать в ночевке, то и никто не сможет. Раз, два, три! Боже, какой же Вульфу смелый! Из-за своего баловства ты испортил свой подарок на день рождения. Прости, что я испортил подарок. Но он мне все равно нравится. Быстрее, быстрее! Что это пролетело? Жульничество в гонке. Что делаете? Мы готовимся к двойному марафону. Первое место будет нашим. Уверена? Какие идеи у Люси? Ooh!
Боже мой! Люси, это же обман! Все так усердно готовились к соревнованиям, а Люси жульничала. Это нечестно. Победа обманом, это нечестно. Все усердно готовились к марафону. Простите за обман. Дети, никогда не обманывайте и играйте честно. Вау, золотая одежда. Какой костюм лучше? Нет! Это обычная одежда, в ней нет ничего особенного. Вот бы у меня была золотая одежда, как показывают по телевизору. Нет, я не думаю, что она тебе пойдет. Ой, а что не так с тем, чтобы носить золотую одежду? Боже, кто-то следит за Вульфу. Оказалось, это воришка. Что? О нет, у Вульфа украли всю золотую одежду и туфли. На этот раз я выберу одежду, которая выглядит старой. Вульфу сделал плохой выбор? Ой, какой ты бедный и жадный.
Нет, я... Ребята, здесь нужна помощь! Вот видишь, лучше носить обычную одежду. Особенно, если ее подобрать к нужному случаю. Да.